и шуршала всякими вкусняшками. Тут благодаря Наталье из Чар, Наталье из Германии, у меня появились вкусняшки. То я буду шептать, а он еще громче будет шуметь. Мы его так слегка грубо вырубим, забыв выключить, свернуть мазилу. Надеюсь, она не сильно обидится. Вообще, последние пару дней, как я приехала с деревни, мазила у меня очень тормозит. Сначала я думала, что тормозит YouTube. Кстати, у соседей говорит телевизор. Не знаю, будет ли его слышно. Оказалось, что тормозит не только YouTube. И, кстати, а что у меня тут такое? Что у меня тут такое? Денис, который не НН из Нижнего Новгорода, Денис программист. Хотел. Я сегодня специально купила. Даже заварила. Это немножко другое какао. Это у нас растворимый какао. Делать 3-5 чайных ложек. То бишь 15-20 грамм какао-порошка на чашку. 150-200 миллилитров. Слить горячим или холодным молоком и размешать. Тут был «Спокойной ночи, малыши». Тут похожая баночка. И вот в составе сахар, какао-порошок, поваренная соль и ароматизатор ванилин. Он более мелкий. Я положила 4 чайных ложки с коркой. Эти вот ложки. Он более темный. Принесла немножко цветочков. Снесла туда несколько конфеток, угостила свою тетушку. И вот это у меня, наверное, поздний ужин. В самом деле у меня на кухне по-корейски какой-то загадочный рис есть. Он должен уже дойти до кондиции. Потом, после видео, я его немножко поем. И, наверное, все-таки попробую. Симптомом у меня растет очередной немолочный зуб. Растет этот зуб так медленно. Вообще, он такие вредные зубы попались.
своей хрустяшки достала, которую я уже раскрыла, снесла немножко тетушке. Сама еще не.